Капитальный ремонт школы номер 43 в Засвиярском районе Ульяновска продолжается. Напомним, учебное заведение было закрыто 10 лет назад. Со временем здание превратилось в заброшку, а двор – в пристанище для сомнительных компаний. Закрытие школы было вынужденной мерой, но теперь ситуация изменилась. На тот момент обучалось всего лишь 400 человек, 400 детей, а при нормативе в 1000. Но мы все прекрасно видим, что микрорайон развивается, строятся новые дома, молодые семьи обзаводятся детьми. В 2018 году губернатор дал распоряжение о восстановлении храма знаний. Сейчас проводятся ремонтные работы. Фасад постепенно обрастает теплоизоляцией. Новые окна уже установлены. Классы, залы и остальные помещения готовят для отделочных работ. Глава региона в очередной раз проверил, как городские власти и подрядные организации справляются со своей задачей. Навести красоту не только в школе, но и в окрестных дворах. Прилегающие территории необходимо привести в порядок. Мы говорили о том, что школа будет одна из самых красивых в городе Ульяновске. Ну а раз так, то и дворы должны соответствующим образом быть приведены в хорошее качественное состояние. После ремонта 43-я школа объединится с 34-й гимназией. На базе учреждений планируется создание центра роста гуманитарного, цифрового и инженерного образования. Направления разделят. В гимназии организуют курсы для ребят творческих. В обновленной школе будут развивать технические таланты. Мы сейчас составили перечень оборудования оптимально для таких, как этот принтер, для 3D-моделирования, сканирования, для станков с ЧПУ, для того, чтобы, в общем-то, обработка металла, древесины и так далее. Учебное заведение вместит в себя 600 учеников. По плану школа должна быть готова к 1 сентября этого года. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости УПРАВДЫ ТВ.